Артисты Самарского художественного театра «Витражи» сейчас активно готовятся к поездке в Новосибирск. Она пройдет с 11 по 14 апреля в рамках проекта «Большие гастроли». В Сибирь везут детские спектакли «Конек-горбунок», «Незнайка», «Сказка о царе Салтане». Откроют гастроли постановкой о Великой Отечественной войне за Родину. Это наш очень давний спектакль, но он как бы не теряет своей актуальности, в настоящее время, наоборот, набирает актуальность. Его можно смотреть детям любого возраста. Мы как бы вот этих вот еще совсем юных зрителей и уже таких уже постарше, мы окунаем в это наше историческое прошлое нашей страны и считаем, что это очень важно в наше время. В феврале самарская труппа вернулась из Луганска. За 3 дня показали 2 спектакля для детей и 2 для взрослых. Актеры признаются, с луганским коллективом завязалась дружба. Очень театральный зритель в Луганске, очень. То есть спектакли и утренние, и вечерние, они были битком. То есть люди хотят, людям интересно, людям важно посмотреть, кто мы такие, что мы привезли. Сама труппа театра. Очень позитивные люди, очень тепло нас встретили, мы с удовольствием примем их у себя. Что поразительно и удивительно, что зритель оказался максимально радушен. То есть вот на это время, которое шел спектакль, как будто все уходило, был другой мир, люди очень ярко реагировали на все. Часть труппы театра «Витражи» ведет активную подготовку к премьере по повести Пушкина «Метель». Постановка приурочена к юбилею поэта. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.